6 южноуральских призывников отправились на службу в научный рот Минобороны. Попадают в них только молодые люди с высшим образованием, в основном техническим. Инженеры, программисты, конструкторы. Отбирают их как на работу, через собеседование. Служить парни будут под Москвой и Санкт-Петербургом. Их отправят в 3 разные научные роты. Они считаются подразделениями почетными, поэтому и отбор строгий. Обязателен не просто диплом вуза, а еще и участие в научных разработках. Ну, сразу могу сказать, что у нас 12 научных рот. Министерстве обороны в соответствии с родами и видами вооруженных сил. Поэтому представители этих видов родов войск заранее приезжают в субъекты Российской Федерации и в соответствии с профилями необходимых ей специалистов в высших учебных заведениях проводят отбор ребят. Научные роты, небольшие по составу, в каждой порядка 100 человек. Созданы они около 5 лет назад по распоряжению Сергея Шойгу, министра обороны России. За это время на службу в такие подразделения из Челябинской области отправили 50 призывников. У меня есть желание заниматься именно полезными проектами, которые принесут конкретную пользу России, моей родине. Всего за нынешний призыв на службу в армию отправили 3500 южноуральских новобранцев.